Вітаю вас, друзі. Ми довго думали, з чого ж розпочати цей четвертий сезон програми «Спорт.UA». І повірте, у нас за період нашої творчої відпустки накопичилося чимало позитивної і гарної спортивної інформації. Та все ж ми вирішили по-іншому. Ми вирішили, що сьогодні наразі вам потрібна ексклюзивна та актуальна інформація не зовсім спортивного плану. Мова йде про Білорусь, де в деякій мірі вирішується і доля нашої країни. Рік тому Білорусь приймала другі спортивні європейські ігри і, здавалося б, відчинила свої двері до європейської спільноти і до європейських цінностей. Саме це ми обговорювали ще тоді у Мінську з моїм колегою, білоруським спортивним журналістом Григорієм Трофіменковим. Але, як з'ясувалося, через рік, коли мова йде про особисту владу диктатора, все інше відходить на інший план. І тому сьогодні в умовах, коли спілкування з білорусами обмежене, ми все ж таки зв'язалися з моїм другом і колегою Григорієм Трофіменковим і поговорили не зовсім на спортивну тематику. Беларусь не теряет надежды, что давление на власть, прежде всего, надежда существует на рабочих, на их забастовочное движение, принудят власть к, мы даже не говорим к диалогу, на какие-то уступки, может быть, власть сама сейчас готова пойти, но речь идет исключительно о том, чтобы признать выборы сфальсифицированными, их результаты недействительными и настаивать на том, чтобы Александр Лукашенко ушел со своего поста. Понятно. То есть речь не идет о перевыборах, о том, чтобы Лукашенко снова баллотировался. Настрой только один, чтобы многолетний лидер Беларуси покинул свой пост. Так я понял? Да. Речь идет именно о том, чтобы он покинул свой пост. И не идет речь о том, чтобы, у оппозиционной общественности нет, она не допускает того, чтобы он на каких-то новых выборах баллотировался, был в качестве одного из кандидатов в президенты. Скажи, ты сам участвовал в протестных акциях, насколько это было возможно, насколько это было страшно, насколько народ был объединен этим единым порывом? Да, за прошедшие 9 дней я, получается, один только день не участвовал в акциях. Это было на следующий день после выборов, 10 августа, по-моему, как раз когда случилась первая жертва у нас в Беларуси. Погиб Александр Тройковский. МВД заявляет, что у него якобы в руках разорвалась граната, хотя видео, снятое Associated Press, утверждают, что никакой гранаты у него в руках не было, он был с поднятыми руками, и в него попала пуля из боевого оружия. Применение боевого оружия, в отличие от резиновых пуль, МВД отрицает напрочь. Хотя тут и там есть сообщения, благо есть, так сказать, храбрецы-медики, которые в диагнозах ставят, правду пишут и настаивают, что было применено огнестрельное оружие. Получается, к всему моменту официально МВД признало 3 жертвы во всех городах, включая периферию. То есть одна жертва в Бресте, одна в Гомеле, одна в Минске. 3 смерти. Масса людей, может быть, до вас доходили сообщения, я не знаю, находится в госпиталях с травмами, недвусмысленно намекающими на абсолютное зверство со стороны силовых органов и правоохранительных структур. Девушки с разрывом шейки матки, парни с разрывом тонкой кишки, понятно, на что это намекает. Порядка 40, от 40 до 80 человек, по данным правозащитного центра «Весна», до сих пор числятся пропавшими без вести. Их имен поныне нет в тех списках, которые вывешивают СИЗО, РУВД среди задержанных и те, которые сейчас находятся не на свободе.
И парадоксальность сегодняшнего момента, в отличие от предыдущих 26 лет, что сила и вообще инструмент насилия, угроза применения силы, всегда служила причиной того, что белорусы оставались дома, переставали выходить на улицы, тщательно фильтровали, так сказать, свои речи по телефону, в социальных сетях и так далее и тому подобное. И на моей памяти это вот первый пример, когда неоправданная жестокость и запугивание сыграло совершенно обратным образом. Многие из тех, кто были апатичны, скажем так, относились нейтрально к политике, называли себя аполитичными людьми, а сейчас действительно уже сами выходят и находятся среди тех, кто желает демократизации, либерализации и смены действующей власти. Скажи, пожалуйста, вот если говорить о смене действующей власти, то, к сожалению, непонятен дальнейший курс. Кто на данный момент возглавляет протестное движение, если Тихановская уехала из страны? Какие, кроме вот этого требования ухода Лукашенко, есть ли те требования, которые, были бы нормальными и объективными, то есть движение в Европу, полная смена курса, или все же все происходит несколько иначе, или народ пока только сконцентрирован на том, чтобы убрать Лукашенко, а дальше будь как будет? Да, действительно, приоритет сегодняшнего дня – это убрать Лукашенко. Это возвращение института свободных выборов, освобождение всех политзаключенных, реабилитация тех, кто находится сейчас за кратами, не на свободе. За кратами мы знаем, да. Получается, возвращение независимых судов, потому что судебная власть совершенно сейчас зависит от президента, от правительства. И то есть пока приоритетными являются требования такого чисто характера демократизации, назовем так. А о том, какой курс будет брать Беларусь там во внешней политике, пока речь не идет. Хотя сейчас вот вы правильно заметили, что Тихановская сейчас находится за пределами Беларуси. Многие лидеры оппозиции находятся в тюрьме, в частности Павел Северинец, Николай Статкевич, Виктор Бабарико. И таким единственной такой персоной, объединяющей многих, и радикально настроенных, и, то есть, умеренно оппозиционных людей, осталась Мария Колесникова. Это женщина, которая является главой штаба Виктора Бабарико. Буквально вчера была пресс-конференция, посвященная созданию так называемого координационного совета по передаче власти. Понятно, что это не совсем легитимный орган, в любом случае, Лукашенко его не признает, называет, что там сидящие это наркоманы, прикорытники бывшие и нацисты. Но нацистами их нелепо называть, потому что сама Мария Колесникова сказала, что Беларусь не будет отказываться от союзного договора и пересматривать членство в Беларуси по ДКБ. Это вас, людей, которые настроены, скажем так, демократично, это вас не пугает, что все тот же союз России, и насколько верны слухи, что появились уже российские спецпризначенцы, я понимаю, что такое спецпризначенцы, и насколько велика вероятность, что мирный протест не принесет успеха, поскольку уже несколько раз мы знаем, были переговоры Лукашенко с Владимиром Путиным, и шел разговор о том, чтобы каким-то образом вернуть все в конституционное русло, как они говорят, поскольку этот протест, это у них это набор террористов и маргиналов и так далее. Первое, что я хотел бы здесь сказать, я не верю, что в одночасье Беларусь может повернуть в Европу и действительно отказаться от союзного договора и всех обязательств, связанных с выполнением каких-то экономических, военных
с Россией. Во-первых, у нас военная база в России. А что касается Марии Колесниковой и всех, ну, ее соратников, да, и тех, кто прямо не настаивает на курсе в Европу, я их легко могу понять. Все-таки Беларусь, в Беларуси очень сильны ну, симпатии к России. Люди не любят Лукашенко, но обеспокоены многими примерами, скажем так, тяжелого вливания стран в европейскую семью. Это мы ведем речь о прибалтах, у которых было отчасти на первых порах разрушено производство. Это мы ведем речь об Украине в том числе, все-таки после революции Гидности прошло, ну, по меньшей мере 5 лет, прежде чем страна подписала безвиз, например, хотя бы, да. А Беларуси в этом плане еще будет сложнее. По указанной мной причине, все-таки симпатии к России и родство, вот какое-то чувство того, что это нам не чужая якобы страна, более сильны. Что касается вмешательства Путина и России во внутренние дела Беларуси. На мой взгляд, сейчас задача белорусской оппозиции может быть даже где-то завоевать симпатии Путина, потому что Кремль понимает, что Лукашенко такой уже отыгранный игрок, и рано или поздно придется здесь находить человека удобного, а не такого, который бы был, ну, аккумулировал действительно такие прозападные ценности. Поэтому я не думаю, что сейчас он будет активно вмешиваться в дела Беларуси. Да, есть многие видеосообщения о том, что якобы к Беларуси подтягивается российская техника. Возможно, я не отрицаю того, что это действительно есть, но мне кажется, это какие-то такие вот вещи, наоборот, исходящие от Лукашенко и его окружения, которые бы служили и таким инструментом запугивания вот нашей оппозиции, чтобы она не остановила свои протестные акции. Вот вы этого не боитесь, что вот это вот устремление, взгляд на Россию может привести к потере? Я и так понимаю, что у вас немного там белорусского осталось. Я был у вас и видел, что и телевидение на русском языке, и все остальное. Вот насколько вероятность такая, что вы утратите национальную идентичность? Я очень этого боюсь лично, очень этого опасаюсь. И такие опасения действительно у многой части белорусского общества, белорусского населения есть. И на мой взгляд, чтобы ну, так вот, обезопасить себя, вот в том числе и Объединенный штаб так обращается к России, хочет заручиться поддержкой России для того, чтобы упредить, может быть, тогда российскую агрессию. Что касается вот размывания национальной идентичности, то, понимаете, такая вещь, что Украина в этом плане совершенно неоднородна. Запад, центр и восток – это три разные ну, как бы земли, регионы со своим, со своей какой-то идентичностью, со своей ну, своей какой-то уникальностью. У нас, ну, как такового деления на Запад и Восток не существует. Вот я вам приведу пример. Был недавно в Волковыске. Это город в 30 километрах от польской границы, Гродненская область. И там, ну, маленький городок. И там люди вот на полном серьезе меня спрашивают, как ты был во Львове, не убили ли тебя бандеровцы? Понимаете, да? То есть Запад это или Восток, неважно. То есть Гомель, например, это юго-восток у нас страны. Выходит колоссальнейшее количество людей. Все зависит от того, насколько это большой город и насколько ты находишься вот в русле этих новостей, которые правдивые транслируют телеграм-каналы и там Facebook, ну и оппозиционные СМИ. Вы не опасаетесь, что вот этот мирный протест ни к чему не приведет? Вот, да, понимаете, вот как Болотная была.
помахали цветочком. Я не призываю, конечно, там идти и громить кого-то, но тем не менее, решительные действия могут ни к чему не провести, все будет продолжаться очень долго, вот это противостояние. Я не то, что так, я думаю, так и будет, что, мы, что эти протестные акции ни к чему не приведут. Несмотря на сильно прохудившийся государственный кошелек, бюджет, у президента хватает пока средств для того, чтобы содержать силовиков. А пока есть силовики, это его единственное как бы оружие перед демонстрантами, пока его никто не предаст, а его никто не предаст, потому что его элита, его окружение слишком замазано в преступлениях, и даже они, если не совершат государственный переворот и попробуют пойти к некоторой демократизации, они все равно будут преданы суду. И мое мнение таково, что он умрет на этом посту, если не будет какого-то силового захвата власти со стороны демонстрантов, а этого не будет. Насколько я... Напомните мне, сколько убийств понадобилось для того, чтобы демонстранты, чтобы Янукович сбежал? Ну, небесная сотня, вы помните. Что, да? Ну плюс-минус, да. Когда нас... начали стрелять? У нас пока трое убитых. И каждое новое убийство подталкивает людей к еще большим, еще большее число людей к выходу на улицы и такому твердому, открытому выражению своей гражданской позиции и отсутствии боязни на уволе, быть уволенным и так далее и тому подобное. Видимо, как бы это печально ни звучало, но необходимо еще большее количество жертв для того, чтобы основная масса белорусов радикализировалась до такой степени, чтобы принять вот вооруженный такой инструмент в разговоре с властью. А скажи, пожалуйста, в школе мы с тобой спортивные журналисты. Что со спортивной, со спортом в Беларуси сейчас происходит? Что, как, какую позицию наши коллеги заняли, спортивные журналисты? Вот в частности, в вашем агентстве. У нас, я не буду здесь разделять журналистов и тренеров, спортсменов, функционеров и так далее, всех, кто причастен к спорту. Позавчера было написано открытое письмо в адрес ЦИК, правительства и президента с требованием признать результаты выборов сфальсифицированными, действия силовиков по подавлению мирных демонстраций неправомерными, реабилитацию всех сидящих и так далее. Это письмо подписали сейчас уже порядка свыше 300 человек. Среди них вам могут быть известны фамилии Анна Гуськова, это наша олимпийская чемпионка, Александра Герсименя, пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр. Среди них Николай Козек, это тренер фристайлистов заслуженный. И масса людей от малоизвестных, которым необходимо особое мужество в этом смысле, потому что, ну, если обструкции подвергнется публичная персона, все СМИ это растиражируют и общественность поддержит, то есть не останется незамеченным. А когда поддерживают там, условно говоря, тренер-инструктор ратомки по конному спорту, то его уволить, расплюнуть, и никто на его защиту не встанет. Потому что просто в бесконечном потоке новостей, которые сейчас есть, может остаться это незамеченным. Что касается журналистов, то наш главный редактор, наш замглавного редактора и порядка 10 журналистов уже также поставили подпись под этим письмом, включая меня. Насколько долго готовы белорусы вот выходить и бороться за свои права? Насколько хватит терпения? Кто тут получается так, кто первый не выдержит? Так я понимаю, да? Ну, Беларусь остается аграрно-промышленной страной, а не информационной, не постиндустриальной. И у нас большой процент людей работает на так называемых градообразующих промышленных предприятиях. А сейчас очень отрадно, что начали, продолжают забастовку крупнейшие предприятия, такие как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Беларусь-Калий, Гродно-Азот. Это, ну, одни из крупнейших в Беларуси предприятий. И есть некоторые опасения, что они могут приостановить забастовку под давлением руководства. И в этой связи сейчас открыт счет для помощи всем пострадавшим от увольнения после забастовок. Белорусы за менее чем неделю
в Фейсбуке на соответствующий счет собрали уже порядка 1,5 миллиона долларов. Ну, парадокс, знаете, еще в чем? Что не все рабочие сидят в социальных сетях, в телеграм-каналах. Они тоже могут открывать какие-то центральные СМИ и попросту не знать об этом. Вот и поэтому я, кстати, на днях в Фейсбуке попросил всех своих подписчиков, чтобы они своих знакомых, братьев, сестер, родных, родственников, просто приятелей уведомили, что такой фонд существует. И чтобы у них какая-то была финансовая гарантия, какое-то такое чувство безопасности за свое будущее, если бы они, если они продолжат бастовать. Ну, пока день ото дня эти забастовки не прекращаются, и это вселяет кое-какую надежду. Все ясно. Ну и как восприняли заявление Александра Хацкевича? Я не знаю, заявил ли что-то Виктор Гончаренко, но Хацкевич однозначно там доходит до белорусов информации, что тренеры, которые работают за рубежом, не поддерживают режим Лукашенко. Да, конечно, у нас, мы все читаем и российские, и украинские СМИ. Все это известно, и спасибо и Александру Николаевичу за поддержку, и Виктору Михайловичу Гончаренко тоже высказался. А еще более обнадеживает, в последние дни очень многие публичные персоны не только из ближнего зарубежья, а и дальнего в своих, в Твиттере, в Инстаграме и так далее выражают полную поддержку Беларуси и протестующим. В частности, вот вчера был Льюис Гамильтон, известный автогонщик. И если могу воспользоваться случаем, то прошу у украинцев также поддерживать наши протесты и не думать, что оппозиция сегодняшняя наша, кто бы сейчас ни пришел к власти, может стать полигоном для вторжения в Украину, потому что этого никогда не случится и не будет допущено. Что происходит сейчас, насколько тревожная ситуация и насколько реальны сейчас возможность вот этих уличных столкновений и перехода конфликта в активную фазу? Я повторю клише, которое у нас повторяют. Белорусы все-таки мирные люди, да? Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы был какой-то акт агрессии, насилия со стороны протестующих сейчас. Это раз. Вторая сторона, мы говорим о силовиках. После массы публикаций о жестоком обращении с задержанными и так далее с 9 по 12 августа, думаю, все равно они ни один силовик, ни один человек из правоохранительных органов сейчас не решится на какое-то нечто повторение такого подобного. И мне кажется, что сейчас и у одной, и другой стороны, ну, я не вижу предпосылок, чтобы откуда-то началась какая-то вооруженное, может быть, столкновение или нечто подобное. Вот. А как же появление на улицах впервые водометов, появление на улицах вот этой американской техники, вот этой вот, которая разделяет протестующих, и заявление самого Лукашенко, что он дает там несколько дней на то, чтобы все это успокоилось, иначе все будет жестко. Ну, я не знаю, насколько вы следите за информацией из Беларуси, но водометы были уже с 9 августа. То есть никакой большей, ну, по численности и по оснащению техники в городе не присутствует. Она была с 9 августа и продолжает быть до сих пор. Поэтому предпосылок к чему-то такому, ну, я не вижу. Такое вот сегодня ничего такого, просто у нас идет информация, что именно сегодня все обострилось, день рождения, что силовиков стало больше, что появились какие-то российские машины с номерами, что именно сегодня вот будет обострение. Откуда это все идет? Это вот в украинских средствах массовой информации. Это не только в украинских. Вы знаете, может быть, мы последний раз об этом разговаривали или нет, я не помню. Лукашенко обратился после того, как с БГТРК, это наше центральное телевидение, уволилось порядка 70 человек. Ну, понятно, это люди, которые не только о политике, о культуре, о спорте вещают. И Лукашенко пригласил съемочную группу и вообще журналистов на работу из России, Russia Today. У нас Придебайло работает и так далее, там подумай. То есть у нас задерживали сегодня, вот, или вчера задерживали журналистов, Радио Свобода, Белсат, Настоящее время, Associated Press и так далее и тому подобное.
И зеленый свет только людям, работающим под центральным телевидением, которое сейчас как будто, ну, я могу даже так сказать, оккупировали российские журналисты. Вот, поэтому... И мне кажется, им сейчас вот, как я вижу, немножко выгодно транслировать такую информацию, что здесь может быть Россия, потому что это как бы самортизирует, мне кажется, протест. Ну, для очень многих. Как бы люди просто ненавидели Лукашенко, но им независимость и суверенитет дороже. А насколько вот реальное опасение в том, что президент недружественного нам вражеского государства выполнит свое обещание и придет, в кавычках, на помощь белорусам, спасать их независимость, суверенитет и так далее. Вот такие слухи ходят, что они провели такие переговоры. Да, тут, я думаю, вы тоже живете в том же информационном пространстве, что и мы. Мы много подозреваем, по каким-то косвенным сигналам что-то представляем, понимаем, но никто не дождется официальной информации по этому поводу. Да, такая угроза существует, хотя бы потому, что у нас с Россией есть ОДКБ, договор о коллективной безопасности. Ну, это в сущности это военная конвенция. То есть вопрос лишь в том, насколько найдет оправдание, отыщет причины Лукашенко для того, чтобы позвать сюда Россию. В том, что она не откажет, это для меня абсолютно очевидно сейчас. И все-таки вопрос об угрозе независимости подспудно стоит? Или все-таки до конца будете стоять, чтобы дедушка ушел, как мы в прошлый раз говорили? Ну, люди не разделяют такие понятия. Для них сейчас, вот я не знаю, у меня нет таких данных по соцопросам, но фактически те, кто протестует, они против России скорее. Те, кто осознают опасность угрозы, но не могут не выходить, потому что в стране творятся неприемлемые события, скажем так. И возвращаясь к... А, еще вопрос. Скажи мне, а почему ведущие футболисты и хоккеисты молчат? Выдающиеся спортсмены ваши выступили. А вот от ведущих хоккеистов и футболистов, в том числе и лидеров клубов, я не слышал никаких заявлений. Там что, запрет наложили в клубах на это? Ты не владеешь? У нас последний тур чемпионата был, где порядка 4, ну, 5, по-моему, игроков после забитых голов показывали знак Виктории. Ну, понимаете, о чем я, да? Это символ, который отличает сегодняшнюю оппозицию. Ну, все для них это типа, ну, знак, такой маркер, что тут я свой, так сказать, да? И после того, как эти игроки после забитых голов показывали этот знак, Белорусская Федерация Футбола выпустила распоряжение, что любая политика должна остаться вне футбола, и даже вот это вот было приписано к политике. Многим игрокам делали очень жесткие предписания за это, что абсолютно нельзя никак выдавать себя вот в плане таких политических предпочтений. И отвечая на ваш вопрос еще насчет хоккеистов, для меня тоже это удивительно, потому что в один из первых дней протестов был избит в Молодечно игрок такой Литвинов у нас есть, Динамо Молодечно. Игрок сборной, национальной сборной страны, молодой такой талант, и за него абсолютно не вступилось ни хоккейное братство, ну, то есть никто не сказал ни слова поддержки. Для меня это удивительно. И, возможно, это может как-то связываться с тем, что у нас сменился председатель хоккейной федерации, кстати, на днях, на этой неделе, в четверг или в пятницу. Им стал Дмитрий Басков. Это доверенное лицо Александра Лукашенко. Mm-hmm. Предыдущего председателя Геннадий Савилов, это бывший хоккеист, для чиновника, для руководителя был достаточно адекватный и один из тех, кто председатель федерации, который охотнее всех шел на контакт со СМИ. Сейчас, я так понимаю, будут закручиваться гайки и вообще ничего не будет либерально в нашем хоккее. Чего ты ждешь как представитель прогрессивной белорусской, ну скажем так, протестной общественности? Все-таки чем это должно закончиться? До каких пор? Это может быть как в Иране, это может быть, насколько долго может продолжаться вот такое противостояние? Кто кого возьмет на измор, раз уж идет речь о том, что сейчас силовых вариантов ты не видишь? Ну, знаете, меньше всего хотелось бы говорить о прогнозах, когда речь идет о моей стране. Угу.
родной и за который бесконечно больно. Но механика, практика, так сказать, протестов говорит о том, что отчаиваться после двух недель и трех совершенно нельзя. Если мы говорим о Украине, то это ноябрь 13-го и длилось сколько? До февраля, по-моему, да? До конца февраля. Два месяца, три месяца даже. Поэтому я очень надеюсь, что люди, которые знают какой-то исторический опыт, сопоставляют факты, понимают, что за три недели тоже ничего не сделается. Что нужно продолжать выходить, нужно давить всеми возможными способами, какие только существуют. И не отчаиваться, и не садись по домам, как говорится. А как чехи под российские танки, вы готовы бросаться, если они пойдут? Извините за такой страшный вопрос. Я не могу здесь отвечать за свой народ целиком. Ну, мне кажется, нет. Для многих все-таки жизнь дороже, и это нечто такое. Идея эфемерная с непонятно каким концом. Ну, я думаю, что все-таки не готовы. В регионах протесты утихли? Или продолжаются? Да, к сожалению, пока утихают слегка. Ну, вот был четверг-пятница. В четверг-пятницу заработал второй рудник «Беларусь-Калия». Это наше титульное предприятие, спонсор ХК «Динамо Минск». Вышли на работу часть МАЗа, МТЗ. Ну, посмотрим, понедельник вот. В этом плане ключевой тоже отчасти день будет. Посмотрим, как отреагируют на сегодняшние все массы. Снова плюс 250 тысяч, которые вышли. Почему еще вопросы будут по «Шахтеру», думал, спросишь, как он вылетел. Ну хорошо, по «Шахтеру» тоже хотел. И как «Шахтер» вылетел каким-то невероятным образом. Это «Шахтер» Вернедуба. Но зато и «Динамо» Миленского каким-то невероятным образом прошло в Лиге чемпионов дальше. Давай рассказывай, конечно, интересно. Ну, и про «Динамо» Киевский я тут меньше знаю. Но... Нет, про «Динамо» Брест в Лиге чемпионов. А, про «Динамо» Брест? Да, в Лиге чемпионов. Ну, в том, что «Динамо» прошло с Сараево, ну, для меня, честно говоря, нет ничего удивительного. В принципе, там, может, где-то по игре они не настолько выглядели сильнее, но, в принципе, практика того, как Батэ играл с клубами из Боснии, там, балканскими странами, там, и там, Черногории и так далее, то, в принципе, наши чемпионаты более-менее сопоставимы, и в том, что «Динамо» Брестская выиграла, тут за них играло только отсутствие какого-то еврокубкового опыта. Ну там что-то с вне игры было, там что-то с вне игры подняли все. И главный тренер Сараева в итоге не пришел на пресс-конференцию в знак протеста против действий судей. Да, ну как бы был элемент судейской ошибки, я не знаю. Возможно, результат был бы иным, но у нас, в принципе, вся такая футбольная болельческая общественность приняла этот результат как должное, то есть скорее даже были убеждены, что «Динамо» должно пройти Сараево. Несмотря на неудачный старт в чемпионате, а вылет солигорского «Шахтера» это как траур там воспринят у вас? Вы знаете, вот у нас как Солигорск, это как... то есть Солигорск болеют только в Солигорске, честно. Люди немножко... не любят это даже клуб больше, чем Батэ, например, хотя Батэ 13 лет был чемпионом, как бы кажется, что нужно просто в него ополчаться. А Солигорск – это город, в котором предприятие «Беларусь-Калий», игроки очень много зарабатывают, они уже не первый год, по-моему, четвертый или пятый вылетали в первом раунде, проигрывали «Милсами», ну, это по европейским меркам очень слабый клуб, да. То есть проигрывали в первом раунде, вот самым слабейшим соперником, каким только можно представить. И в Солигорске этот клуб, в стране этот клуб, который, ну, очень удобно пинать. И все так и делают, собственно.
За него, вот я говорю, за Батэ на европейской арене, вот я просто мониторю социальные сети, там, Facebook, ВКонтакт, у нас форум на сайте Пресс-Балба, есть форум. И вот когда происходит матч Батэ, Брестского Динамо, Минского, то есть люди из других городов, ну, пишут, что там ура, если Батэ забил, если там, или Брестский Динамо проиграл, это плохо. Ну, то есть болеют с других городов на европейской арене за другие клубы. А Солигорск, Шахтер, то есть это клуб, за который только болеют Солигорск. И где-то ему даже люди радуются его неудачам. Ну, вот как-то так. Да, даже у нас такого не придумаешь. Так что не просто там Юрию Вернидубу, да? Да, не просто. Ну, многих даже задело не столько поражение, может быть, даже, а то, что он на пресс-конференции пришел и сказал, что, ну, ничего страшного не произошло. Работаем дальше, и не нужно посыпать голову пеплом. Ты хоть то напомни, есть... от кого они вылетели-то? А, как с Фырлу Георгия. Да. И людей задело, что он принял это поражение как восмирение какое-то, знаете, то есть без негодования, без того, что он сам себя корит как-то за него и так далее. То есть по всему вину было принято, ну, как будто казалось, что проиграли не кому-нибудь, не абы кому, а какому-то статусному клубу. Як стало відомо в понеділок, Юрій Вернидуб разом із усім тренерським штабом залишив Солігорський Шахтар. Своє рішення український наставник мотивував сімейними обставинами. Відставку керівництво білоруських гірників вже прийняло і шукає нового головного тренера. Ти все одно стаєшся при своєму мненні, що шанси на чемпіонство у них остаються самими високими, так? У Солігорська. Ну, давайте поставим, скажем так, Батэ и Шахтер, я думаю, шансы равны, возможно. Просто последний раз, когда мы разговаривали, Шахтер опережал на 3 очка Батэ, а с тех пор претерпел поражение в чемпионате от Источи 2-4. Угу. То есть шансы сравнялись, и плюс этот выход. С остальным спортом что, стоит? Нет, люди работают, тренируются. У нас последний раз мы разговаривали, рассказывал, что было письмо при участии 300, да, 300 спортсменов. Да. Вы знаете, я тот человек, который принимает фамилии и вносит их вот в официальный, так сказать, ну, редактирует список этих фамилий. Угу. И за это время поступило порядка 20 отказов от подписи. И все люди рассказывают, что на них оказывается давление. Но, важный момент, никто не хочет об этом говорить, что ты отозвал свою подпись. То есть мы просто их удаляем фамилии. Страх силен. Да, страх очень силен. Хотя, казалось бы, ну, чего человеку терять? Он работает на ставке в Минспорта. Зарплаты там, ну, каких-то, ну, копеечные, грубо говоря. То есть люди боятся потерять буквально ничто. Я вот как раз говорил сегодня о том, что мы-то с тобой обсуждали варианты событий, и я тебе говорил о том, что как бы европейские игры – это возможность продвижения Беларуси в Европе. А нет, не получилось, да? Да, выходит так. Ну хорошо, спасибо тебе, спасибо за то, что откликнулся, спасибо за то, что находишь время, общаешься с нашими телезрителями, со мной общаешься. Удачи и живе Беларусь! Живе вечно, слава Украине! Героям слава! Ось таким незвичайним і не дуже позитивним вийшов цей перший у четвертому сезоні випуск програми «Спорт Ukrainian International». Але це був наш свідомий вибір. Адже якщо не допомагати друзям і не стукати у зачинені двері демократії, то вони ніколи не відчинюються. А
Але ви знаєте, колись і нам потрібно, і частіше потрібно провітрювати власне помешкання для цього, щоб і ці двері для нас не зачинилися. Усього вам найкращого і сподіваюся до нових, тепер уже точно спортивних зустрічей.